Там же на фронте постоянно круглосуточная стрельба. Вот это ж ты сразу не отвыкнешь. И нам было удивительно, что вечером там на прогулку мы идем вечером, тихо, ни песен не поют, ничего. Ой, а песни же еще так на частях, тем более, которые на мирном порядке были, они же вечером после проверки идут на прогулки, песни поют. А тут тихо, никто не после проверки не шумит, ничего, тихо. Только вот меня часто будили. Значит, когда вдруг я во сне орал там. То ли, значит, в атаке был, то ли в рукопашной был, то ли где-то на кого-то орал, значит, будучи комсоргом. Рабочие-то говорят, ты чего орешь-то? Ты же ведь вот здесь не спишь, спишь на кровати. Ветераны это тоже люди, самые разные. Правильно ведь? Ну, я вот был на костылях, вернулся на костылях, как многие другие. Одни начинают пить, одни начинают по вагонам ходить, третьи начинают еще... То есть люди ведут себя по-разному. У меня было 9 классов. Ну, что делать? Ни хата, ничего, нету, как говорится, одно бандирование. Ну, что делать? Устроился там на завод, пошел в вечернюю школу. Окончил 10 классов. И куда? Поступил в институт. Там уже общежитие. Выбирал институт, где стипендия побольше, чтобы хоть хватало на житье-бытие. И там была уже жизнь, не жизнь, а малина, в моем представлении. Вообще вот эта система, она... Война, она долго остается в душе человека, тот, который воевал, очень долго. И вот к этим людям надо, конечно, относиться повнимательнее. Значит, каким-то образом надо их оберегать. Нас, к сожалению, становится все меньше и меньше. Если уже сейчас где-то мне случайно приходится попадать в ситуации, где какая-то идет, так сказать, ну схватка, вот, я стараюсь вмешаться. Даже вот если с супругой бываю, она пытается унять меня, что не лезь, не лезь. Нет, я все-таки вмешиваюсь. Если вижу два молодых каких-то здоровых парня схватились с тобой, между собой или в равный, или неравный бой, я стараюсь развести их, чтобы ни в коем случае не позволили изувечить один другого. И мне жаль, что человек, или как по латыни говорят, homo sapiens, имея на пути своей эволюции тысячелетия, никак не может жить в обстановке, чтобы не допускать подобных явлений.